Дядя, ну расскажи про эту штуку, что это вообще есть-то? Ну это как лесопакители эти галоши. Вот затираешь, зачищаешь и заплатку, резинку, и сам галош затираешь. А почему она... Ну, чтобы шершавая поверхность была бы. Вот лучше приклеивается, пристает. А почему она такую форму вот имеет на палке, она почему она сделана? Ну, чтобы удобнее чистить, зачищать. Угу. То есть... Так неудобно. Угу. А так удобно. А еще она сделана? Ну, жестянка с консервной крышки, с консервной банки. Но ведь ей много лет, да? Фух, я сколько 50 лет, 51 год живу, и все помню. Угу. Не, я к тому, что... Покойник отец сделал. Я к тому, что она как бы старая, да, а она вот не проржавела. То есть... Не, ну она как... Жесть же она ржавеет. Ну, а с консервной банки нет. Нет? Ну, она ж не под дождем нигде, она в сухом месте все время. Угу. Поэтому она ничего не... Дырк много пробывает. Проветривает. А делал отец? Да. А вы не помните, как он ее делал? Ну, а что тут делать? Я говорю, я сколько себя помню, она уже была. Uh-huh. Ну, этим бородком. Ровной сначала она вырезается. Бородком. Чем? Бородком. А кто, что это такое? Ну, этот вот, типа, прутик же, прут железный. Uh-huh. И он заостренный. То есть это не заточенный. Это не гвоздиком сделано? Не. Это бородок. Как называется? Бородок. Бородок? А почему? А что такое название? Нахрен. И вот им пробивать. То есть это бородок, это такая заточенная железяка? Да. Прут заточенный. Но он обычно из твердого такого металла. Прут твердый. Дядя Ваня, а почему делала такая вот фигня? То есть тогда не было этих вот шкурок, наждачных бумаг, что ли, да? Да нет, ну... Напильников наждак... или... Да, было, конечно. Ну, это удобней. Удобней? Конечно. На ручке все. А это какую часть? Вот снаружи, да? Галош ты этот. Да. Ну и сапог или резину, или галош. Сам вот заплатка. И что, вот ты вот этим вот чистил? Да, зачищаешь вот так вот. Где дырка? Зачищаешь вот. Да. И заплатку саму еще зачищаешь. Угу. Потому что приклеиваешь. А напильник у тебя есть? Есть. Не один. То есть и все равно этой штукой удобнее пользоваться, да? Да. Угу. Понятно. Да. А как звали отца твоего? Вот? Василий Михайлович. А фамилия? Соколов. Соколов Василий Михайлович, да? Да. Угу. То есть вот. Я его носил. Ну да, то есть это его вещи. Да. Покойничка. Да. Он автор. Да. Давно он понял кто? Он в 81-м. Понятно. А как эта вещь называется? Ну, можно как затирка. А вот Василий, говорю, по-моему, как по-другому ее называл. Какой Васька? Этот? Да. Mm-hmm. Он сказал, что ваша мама ее галошницей называла, по-моему. Галошница. Это он, наверное, сам галошница. Да? Да нет, конечно. Ну, ей же, ну, и сапоги, что сапожница тогда, галошница, сапожница. Mm-hmm. Понятно. Специально затирашка, затирка. Mm-hmm. Понятно. И лет 30 ей, да, 40? Да больше. Я говорю, вот я 51 год живу уже, и все время ее помню. Mm-hmm. Она была. Mm-hmm. То есть, и в принципе, ей пользуются до сих пор, да? Да, как я пользуюсь. Ну, сапоги заклеить, а пару галош обязательно пользуюсь. Mm-hmm.
А есть же вот на круглые там напильники, например, там, да? Ну, тоже есть. Можно такими, да? Ну, можно тоже. Ну, это специальная ведь. Угу. Понятно. Не, я просто у тебя ее выпросить хочу и привезти тебе вместо нее круглый напильник. Пойдет такой обмен? Да у меня есть. Есть? Конечно. Понятно. Дарю. Спасибо. Спасибо. Спасибо, много четверки хватит. Не, вещь отличная, конечно. Это такой.